Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Вот такие вот желто-черные гусеницы. Здесь они начали произрастать, происхождение видов. А здесь вот они пошли работать. Сейчас я попробую от них избавиться. В прошлом году на этом же дереве тоже такое же происходило. Надо все действовать аккуратно. Я вот снизу подставил ведро. Ведро. И попробую это все делать очень аккуратно, чтобы они не падали вниз. Вон, зашевелились, задергались. Так, замерли. Аккуратненько опускаем их. Вроде никто не упал. Это если они будут падать, то они обязательно потом переползут снова на дерево и снова все продолжится. Некоторые виды гусениц, ну я так скажу, гусениц, вон, яд выделили, красное что-то. Поплевать, решили поплевать на меня красненьким. Прямо как в рассказе, как же там, насчет белого червя, типа попадание белого червя, что. И потом начинаю так вот продавливать, чтобы они все попали куда следует. Здесь, скорее всего, никого нет, но мы не будем все равно оставлять где-то здесь. Там он еще какой-то паук. Такие пауки, которые прыгают это с ветки на ветку. Host and the shell. Вон он, паук. Ну давай, выползай. Застрял в паутине. Паук застрял в паутине. Ну, правда, в чужой. Все это все теперь отнесу курам. Пусть разбираются. В прошлом году у меня практически... Ага, вот еще видно. Одна гусеница упала, скорее всего, на более низкой ветке. Сейчас и ее прихлопну. Значит, гусеницы могут размножаться без перехода в бабочку. Не все, но, скажем так, есть такие возможности. Поэтому, если вы видите гусениц, ну, если, допустим, вот таким вот образом увидите, то старайтесь, в общем, аккуратно все отделить, чтобы этого не было, и вообще всех их подальше от груши отвести. Да, тут одна была. Не знаю, там видно, не видно. В общем, вот раздавил. Сейчас посмотрю еще по дереву. Скорее всего, что тут нет ничего такого. Там какой-то лист подозрительный. Но самое интересное, что было тоже с этой стороны, на этом же дереве. Вот такие вот интересные гусеницы. Где-то за... Если гусеницы размножаются от гусениц... Такое я видел, кстати. Раздавил гусеницу, а внутри у нее коконы были. Так что будьте внимательны, следите за вашими деревьями,
чтобы не доводилось опрыскивать их, потому что это очень неприятная длительная процедура. А так чик и все, и готово. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Таких гусениц в паутине не едят птицы. Они боятся их, паутины этих. Смотрите обновление. Пока. Да что ж такое?